Привет, дорогой зритель! «Факел» проводил последний матч сезона, а это значит, что я, Поляныч, с вами, и мы смотрим этот крутой влог, полный эмоций и радости. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. Спасибо! Кто лучше? Кто лучше в футболе Боже, с вами? Боже. Кто еще? Иракли. Иракли, кто еще? Марков. Бельнов. Всех собрали. Молодцы, у нас команда лучшая. Синхаджи. Давай громко вот так. Как его зовут? Синхаджи. Красавцы, парни. Давайте, пятюни. Извините, пожалуйста. А мне вот интересно ваше мнение узнать. Кто лучший игрок в «Факеле», по вашему мнению? Саш, по моему мнению, Божин. Да я тебе другое скажу. Я с Ростова носил с собой программку «Взять у тебя автограф». Сегодня я не взял. Ничего, еще встретимся. Спасибо вам большое, что смотрите. Очень рад. Я не ожидал, если честно. Спасибо большое. «Факел» Ахмат. И, возможно, этот матч станет решающим. Сегодня у нас три исхода. Возможно, мы можем остаться напрямую в лиге, можем вылететь и можем попасть в стыки. Конечно, мы все надеемся на лучшее. То, что у нас не будет дополнительных матчей. Команда спокойно уйдет в отпуск. И мы все пойдем набираться силами и заряжаться к новому сезону. А сегодня... Может быть, это последний матч на нашем стареньком стадионе ЦСП. Я уверен, для многих, как и для меня, этот стадион стал первым, где вы посетили матч большой футбол, где вы вообще посетили большой футбол, где вы влюбились в футбол, где вы стали болельщиком. И я уверен, что ЦСП это тот стадион, который влюбил вот эту толпу. Конечно, от него ничего не останется, но останется история, которую мы будем помнить и которую мы будем хранить, любить и вспоминать где-то с грустью, где-то с радостью, где-то с улыбочкой. Но мы будем это вспоминать, никогда не забудем, потому что на этом стадионе очень много для кого произошло. Также этот стадион был спасителем для меня долгое время, потому что были проблемы дома, были проблемы. Где бы ни были проблемы, я брал шарф и бежал на ЦСП. И после этих матчей, после этих моментов мне становилось гораздо лучше, гораздо легче. И за это я очень благодарен «Факелу». Освещает путь, пусть звезды дарят нам.
Сидит! Да! Забив! Очки потеряв! За Воронеж, за победу! Забили на первых минутах! Победа будет наша! Надеюсь! Смотри, еще атакуй! Еще атакуй! Ну! Да, матч ТВ на ЦСП. Да. Почему вы выбрали этот матч? Знаете, это мой четвертый выезд за Воронеж за 2 месяца. Я как-то тронулся, что ли, атмосферой команды. Да, в принципе, что нет-то? Тут очень такой драматичный матч может быть. Воронеж как может сохранить подписку, так и оказаться в стыках. Так и вылететь. А? Так и вылететь может. Ну, так еще и так вылететь. Поэтому какой нафиг Краснодар Динамо? Зенит Ростов. Приезжает их оттуда. Вот. Поэтому, в принципе, Воронежу бы добавить, так скажем, вот бюджет. И это будет крепкий середняк. Вот я так думаю. Но бюджета нету. Так надо разговаривать, ведь с тебе переговоры, ё-мо. Я, конечно, понимаю, ну, все, но команда на самом деле не в обиду воронежскому клубу. Команда дальше, в следующем сезоне с таким финансированием далеко не уйдет. Ну да, это логично. А вот еще вопрос. Ты как независимый эксперт, кто лучший в «Факеле»? Максим, не было. Ладно, шут, на самом деле Ираклий, ну тут без вопросов. У него, кстати, контракт, по-моему, кончается. Интересно посмотреть, что скажет мне спортивный директор. Ну а почему Ираклий? У него были ошибки там в последних матчах. Слушай, для меня это один из лучших полузащитников РПЛ. РПЛ? Да, потому что цепкий, знаю, ну даже мини там был жестокий на поле. И плюс все-таки найдите мне такого полузащитника, который будет отдаваться полностью на поле. Я, по крайней мере, вот не видел. Я как болельщик ЦСКА смело могу сказать, да, там есть, у нас есть Деллар, есть там Мэндос и прочее, но им не хватает какой-то вот ответственности за свои действия. В Иракле я каждый раз, когда с ним разговариваю, вижу то, что, блин, он горит желанием, готов биться на поле. И даже вспомнил прошлые домашние матчи, когда он немного травмировался, но все равно продолжал играть. Поэтому для меня Иракли это номер один, в принципе, как в «Факеле», так и один из лучших полузащитников в РПЛ. Ну, «Факел» сегодня победит, сохранится в РПЛ. Но если второй забьют в 70-й минуте, все будет хорошо. Поэтому. Ну все, спасибо. В том году спасли нас, блин. Боже, нам в этом году нас спасет голова Божина. Ты видишь, он охрип, Саня. Говорю, Саня, «Факел» чемпион. Воронеж, вперед, наш «Факел», мы с тобой. Вперед. Зимою! И в стужу! И в зной! Всегда мы болеем! За «Факел» родной! «Факел»! Семин! Семин, класс вообще! Представляешь? А это шок, блядь, это шок! Это ты где взял ее? Это еще с 90-х, а не даст, ты че, с Келкой когда бухали, блин, на заставе. Это он тебе подарил? А кто, блин?
Вообще. Царство небесного нашему другу, блин, и человеку, который создал весь факел, который, блин, показал. Я в 94-м году первый раз пришел на стадион и увидел, что это за футболист, и я в него влюбился, блин. Геннадий, все, метод Воронежский, Марадона. Да. Марадона, Воронежский. Судьба как бы нас свела вместе потом, но в других условиях мы подружились, общались, блин, и слава богу за все. Царство небесное. Поздравляю, да, это человек спокойный, тихий, общительный, блин. Ну что сказать, блин, только это легенда. Вот и все, ребят, это легенда, да. Легенда. Легенда наша, блин. Спасибо. Поэтому я ношу его номер сюда. Спасибо. Кто лучше в факеле? Кто лучше в команде или да, что? Да, да. Саша Белин. Командная игра, поэтому нет лучше. Для меня, Саша Белин. А ты сам на какой позиции играешь? Вратарь. Да, ну понятно, красава, он дай пятюню. Не, Белина в спору нет вообще. Он, ну а понятно. Ты как вообще, ты за какой год играешь? Я за 8-й. И как у вас результаты последние? Последние 3 матча, сколько мячей пропустил? Последние 3 матча? 3 пропустил. Ну нормально, еще за 3 матча 3, в принципе-то. 2 победы, 1 проигрыш. Ладно, нормально сейчас. А какое место заняли итоговое? Ну, сейчас у нас пока что турнир идет. А, у вас же там по-другому, да, да. Да, у нас там UFL, но мы пока что на 15 месте. Ну ничего, это только начало. Все впереди. Че, к основе вообще стремитесь, подтягиваетесь? Конечно, туда у нас цель в основу попасть. И как вообще прогрессируете, не замечают вас вообще? Как в факеле с молодежью работают? Отлично. Отлично? Берут на просмотр в молодежную команду, да, все отлично. Ну, короче, перспективы есть, да? Да, конечно. Класс, ну поздравляю, ждем в основе. Да, спасибо. Будем уже у вас интервью брать после матча. 2-0! Вперед, наш факел! Блять, мощно! Поздравляю!
Лутик. Игорь Геннадьевич, огромное вам спасибо. Это Лутик, спасибо. Игорь, спасибо большое, обещал. Большое спасибо, Ираклий. Спасибо. Тебе спасибо. Они это заслужили. И взлой! За Богу родной! Александр! Ильнур, поздравляю! Спасибо большое! Спасибо! Александр, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Транслятор. Спасибо большое, спасибо. Кирилл. Вы лучшие. Поздравляю, Руслан, спасибо огромное, красавчик, лучший, весь сезон за вас, блин, это просто, я расплакался, я второй гол увидел, просто реально слезы текли, это все на этом стадионе было, я тут болеть начал за факел, и мы так сохраняемся, последний матч, это пау, спасибо, спасибо. Сергей. Спасибо.
Ребята, мы остались на 11 месте. Это даже выше, чем 12. Это просто нечто. Мы остались, мы сохранились. Мы выполнили задачу максимально. Эмоции через край. А сейчас просто это же был... Это был, блядь, последний матч у нас на стадионе, на ЦСП. Ну, типа, блин, здесь связано столько. Я начал здесь болеть за Факел. У меня когда... Блядь, аж слезы текут, аж не верится, что это реально все. То, что мы заканчиваем с ЦСП и уезжаем, это просто реальная история. Здесь столько прожито мгновений, часов, это реально так. Это реально здесь. Ну, моя история боления за Факел началась здесь. И вообще история моей любви к футболу, она началась отсюда. Это никакой другой стадион, это ничего. Это вот центральный стадион профсоюзов. Когда я был вот таким мальцом, мне было 5 лет. И меня отец привел. И после этого Факел навсегда. И все, он в сердце. А сейчас это был последний матч, в котором наша любимая команда выполняет задачу, и мы сохраняемся в лиге. Ну, просто мы сделали все, что могли. Я не могу сейчас нормально формулировать мысли, что-то говорить, у меня эмоции меня переполняют. И что, ребят, хочу вас поздравить с тем, что мы сохранились и остались. Сезон крутой, невероятный для Факела. Уф, вообще, я говорю, слезы текут от того, что мы прощаемся с ЦСП. Ну что поделать, он будет лучше, он будет новее, он будет круче, и он будет ждать нас. Так что, ребятки, до следующего сезона. Мы с вами не прощаемся, в межсезонье будут интервью, всякие разборчики, неразборчики. Так что, ребятки, мы вас любим. Смотрите на поляне, будьте на поляне, болейте за Факел. Три правила жизни. Всем пока, всех люблю.